Ready, steady, go. Недопонимание. Саш. Да. Расскажи чего-нибудь. Ну что же мы все молчим? Ну чего рассказывать-то? Ты просто рассказывай, не думай особо. Просто вываливай, да и все. Что хочешь, что на ум придет. Ну чего вываливать-то? Свое отношение, что ли, к чему-либо рассказать? Или историю отвлеченную? Да черт, что в голове есть, то и рассказывай. А что там есть, ты подумай. Тайны, думаешь, какие-то особенные? Ну? Там то, что и у всех. Ведь все мы живем, все об одном думаем. Думаешь, альтернатива есть какая-нибудь? Мысли ведь не своруешь, не родишь. Посмотри-ка у себя. Ну? Я лучше отношение свое выскажу к чему-либо. Давай короче. Или о том, что вчера случилось? О, вот, расскажи о вчера. А или что обо мне думаешь? О, вот о тебе я вообще не знаю, что сказать. Мы же так давно с тобой, 100 лет вместе. Все друг друге знаем. Я лучше отношения, говорю, выскажу. Ну? Ну вот, короче.